Колобок – это румяный такой кругленький пирожок. Он катится по дорожке и встречает зайца, волка, медведя и лису, а лиса его проглатывает. Колобок вместится и котится. Колобок – це хліб, який котиться, і його всі хочуть їсти. Колобок – кожа на мене цікав, він котиться. Колобок – це такий шарик, який був в сказці, який обожали дедушки і бабушки. Колобок – це такий шарик, свічений бабушкою, і він обожав від бабушки, дедушки, від зайця, від медведя і від волка. От лисицы он хотел тоже бежать, но не успел, потому что лисица его съела. Мавка лесная – это такое зелененькое существо, которое живет в лесу и собирает шишки, орехи. Мавка лесная – как добрая кикимора в лесу. Мавка лесовая – это такая обезьянка. Она живет на дереве. Мавка колесная – это такая лиса, которая укрывает у жителей деревни куриц. Мавка – это такая мавпа, жива в лесе. Мавка лесова – это птичка, которая может перетворяться всех. Мальчик с пальчиком, его так зовут, потому что у него большие пальцы, и он умеет колдовать пальцами. Тому что у него огромный мизинчик, тому его звати Хлоптик. Мизинчик. Мальчик с пальчиком, он сильно маленький, его почти невозможно увидеть. Хлопчика зовут так мизинчик, бо він маленький. Мальчик с пальчиком, его так зовут, потому что он очень любит спать. Хлопчик мизинчик, его так зовут, бо він маленький, самый маленький в семье. Це маленькі люди. Ліліпути ходять, збирають листя і строять з них дома. Ліліпути – це такі маленькі пухнасті тваринки. Ліліпути – це маленькі чоловічки. Вони живуть в траві. Ліліпути – це такі маленькі чоловічки. Вони живуть в якомусь маленькому домику. Ліліпути – це комашки, які вміють літати. Їх дуже важко побачити, бо вони дуже маленькі, дуже маленькі. Ліліпут – це такі маленькі чоловічки, які живуть в своїй країні. Вони майже такі ж, як і ми, і займаються вони тим же майже, як і ми. Гулівер – це такий домик. Він в касті живе. Гулливер – это такой человек, который очень умный и живет в своей умной стране. И он там царь, и ему все подчиняются. Гулливер – это такая, что она сукарка. Гулливер – фильм. Фильм про школу. Гулливер – такой волшебник, который колдует там что-то, ну и всем помогает. Гулливер – это тот, который прогуливается все время. И прогуливает школу. Капитошка – это капелька, она очень веселая, ну и с ней был волк. Капитошка – это? Ну, капельки такие, я думаю, из воды. Капитошка – это капитан корабля. Капитошка – это такой пацан, который состоит из картошки. Получается, капитошка – это маленькая капелька воды, которая прилетела с тучки. Капитошка – это такая капелька воды. И он очень веселый, чуть-чуть баловный и очень любит прыгать по лужам.